Всем привет, с вами Пенни Прец. И сегодня у нас пятничка, конец рабочей недели, а это значит самое время покрутить кейсики. На кейсбаты наконец-то систему пополнения починили. Я теперь могу пополнять с киви кошелька, ну и объявить начало быстрого розыгрыша. Вот. Единственная трудность с быстрым розыгрышем то, что у меня сейчас закончились скинчики, годные к розыгрышу, поэтому я решил просто разыграть бабки. Просто разыграть бабки. А именно, завтра на новосубботнем стриме будет разыграна купюра вот этим вот номиналом. То есть будет разыгран вот просто сатен. Сатен будет разыгран завтра на быстром розыгрыше. Будет только условие какое. Этот ролик должен набрать минимум 20 лайков. Этот ролик должен будет набрать минимум 20 лайков. И как только на стриме набирается тоже 20 лайков, я провожу быстрый розыгрыш. Вот. Ну, естественно, тебе нужно быть подписчиком моего канала и в комментариях написать минимум 5 слов, да? Или написать под видосом комментарий минимум из 5 слов. Ладно, что-то я заболтался. Кейс батл по мне уже соскучился. В общем, пополнил сегодня я на 2 соточки его. Посмотрим, что удастся забрать. Начну я, знаете, с чего? Я начну с симпла. Не знаю почему. Я начну с симпла, хотя она была начата с бесплатного кейса. Ну ладно, крутанем, а потом посмотрим, что выпадет с симпла. Выпадет опустошитель, да? И сколько ты стоишь? Так, хорошо выпало. Ой, блядь, зачем сюда? Хорошо выпало с симпла, да? То есть сейчас мы посмотрим, что выпадет с бесплатного кейса. Все, надо нахуй. Надо забирать опустошитель и уебывать отсюда. Вот депо купил, теперь можно съебываться, да? Ну, ярмидянка. Это такая... шмара, короче. Так, я сейчас, знаете, что? Я ебану сейчас... Что я ебану? Конечно, я бы Бэтмена хотел бы ебануть, да? Бэтмена. Ну, давай ебанем Бэтмена, посмотрим. Что нам... сверхновое. Спасибо, блядь, за 27 рублей. Охуеть. Я не ожидал, что... отсюда выпадет. Ну давай, еще вот у меня есть. Ну, как бы скинчанский там есть сейчас в запасике, да. Вот это. Так, давай мы тогда, короче, продаем все, что. Съебись. Все, что продали. Так, продаем. Все, что выбили, продаем. Так, Джерри крутанули, да. А давай-ка вот с Саммера ебать. Крутанем разок, посмотрим. Новые кейсы, вроде как бы что-то там, типа, кому-то там дают. Сайрекс. Хорошо. А если ему тебя еще разок крутанем, чем порадуешь? Чем порадуешь-то? Чем? А, ну да, прощай. А, не, ну такая... Ну, заебись пока. Вот такая у меня штука, что-то почти там под косарь есть. Выбивал я с Изича выбивал. Так, Джерри. Ну-ка, может, Джерри реабилитируется? Скажет, извиняюсь, Пенни, что такую хуйню тебе дал, но похоже, что... Да, я, короче, Джерри даю еще один шанс. Джерри, похоже, да, да? Да, да. Джерри у нас реабилитейшн. Так, на 752 рубля мы выбили. Что мы будем делать? Я вот просто думаю, какой забрать. Статек USP Cyrex, ну это же годный, да, скинчик? То есть, подожди. Что забрать? Так, давай мы пока вот эту штуку продадим. Вот эту пока продадим за 189. Откроем еще два раза тогда Summer, посмотрим. Ну, если пока наваливал, ну, надо... 54, это слабовато. Ну, хотя это Desert Eagle, статрек, и, скорее всего, хуй его знает, какое там его качество. Элитное снаряжение, да? Все, он говорит, Витя, иди нахуй. Так вот прям вот, прям так и сказал мне. Вот прям так и сказал. Все, говорит, иди нахер. Так, но у меня все равно есть 3 скина, которые мы сейчас закинем в контракт. Ну ладно, давай контракт. В контракт мы закинем вот эти 3 скина. Мне, конечно, хочется что-нибудь посочнее. 172, хорошо. Слушай, хорошо. Ядерный сад, это же хорошо, да? То есть сколько у нас тут уже? 735, блин. Что-нибудь, конечно, бы поднять бы. Я вот просто думаю, подожди, 735.
Так, давай мы нахер тогда все это продаем. Все, все, да, все продаем. 735. Я хочу крутануть бет. Разочек хотя бы бет посмотреть. Что это за кейс? Что это за кейс? Бет. Механопушка. О-о-о! Механопушки у меня еще не было. Так, что, может еще разок тебя крутануть, да? Ну давай, давай, еще разок крутанем. Блять! О, это хорошо! Это хорошо. А сколько ты стоишь, бет? А, ну нихуя не хорошо, короче, было. Ну все равно, как бы годненько что-то выпало. Так, может тогда Бэтмена? Бэтмена, я вот что-то подзабыл, крутанул я сегодня Бэтмена или нет? Подожди, а что я все этот Бэтмен? Тут же есть еще коллекция Йода. Йода аж 200 рублей стоит. Йоу, твою уж дивизию. Ладно, давай Бэтмена крутанем. Посмотрим. Бэтмен он или не Бэтмен? Похоже, что нет. Похоже, что нет. Нет, ну какой же ты Бэтмен? Ты просто мышь. Ты просто мышь, ты не Бэтмен. Мышь. Пульс. Ну, так, ладно, это уже... Давай, давай, что мы еще? Так, на сатен, Чубака. А ну-ка, Чубака, что ты за чудовище такое, Чубака? Ой, блядь, 62 рубля, да? 62 рубля. Что по бабкам? 793. Так, давай мы пока... Пока. Ну, даже не знаю. Да, нахуй, продадим все, давай. Продадим. 8 соток есть. Давай, мы снова бет крутанем. Сейчас посмотрим, что. Посмотрим, что. Ну, это хуйня, да? 140, да, это хуйня. Ну-ка, давай, ладно, еще разок. Еще шанс даем бет. О, все. 235. Короче, все. Потекла поляшкам кровь. Это первая любовь. Так, Джерри Саммер. 206 рублей. Ну, давай тогда йоду ебанем. На йоду крутанем. Посмотрим, что йода-то нам. О, да, все. Это. А ну, чутка там что-то. Так, Ролан, продадим тогда еще разок йоду тогда. Давай. Ну, как бы ночной кошмар, он так не сует. Ну, механопушка, ну, ебаный в рот. Ну, подожди, что тут, блядь? Все скины по одной цене, что ли, идут? Или что? Что это за херня-то? Ой, нахуй, надо было продать же, да? 500, пока столько есть, да? Так, нахуй, продаем. Так, все скины по одной порции. Люк Скайокер, сколько у меня есть? 602. Давай Скайокера ебанем. Скорее всего, надо было Скайуокер. О, это дешево. А, нет. Это нормалды. Так, давай еще тогда. Давай еще и Люка. Люка под Люка. А снова Азимов, да? Снова. Форманули мы 698. Так, давай мы вот этого Дарта Вейдера попробуем. 700 так есть. Посмотрим, что. Что тут? Ну, это хорошо должно быть, да? 300... Не, это нехорошо. Это нехорошо. Слушай, они вот... Я не понимаю, что они мне намекают. Я не понимаю. То есть, я намеков не понимаю, понимаешь? Не понимаю. А, вот теперь понимаю. 209. Но это мы йоду открывали. Йоду открывали за 2 сотки. Он за 209 дал, да? Ну, понятно тут, понятно. Так, так, блядь. 530. Все меньше и меньше, да? То есть, все меньше и меньше и меньше. Так, тогда... Так, давай-ка мы, знаешь что, вот по вот этим вот трем пройдемся по роску. Сколько там? Блять, что-то опять видос затягиваем. Закрученный. 73. Даже, наверное, не по роску, а по два. По два роска пройдемся. Что там, блять? Ну, блять, мог снова на закрученной остановиться. Так, все, уходим отсюда. Аквамен. Так. Аквамен. Фобос. Так, еще разок быстро. Воин дорог. Такая себе шляпа. Так, давай быстро. И быстро. О, Статрек Ворон. Лады. Так, нет. В контракты. Давай в контракты. Раз, два, три. 45 рублей. Окей, так, апгрейды.
Так, мы тогда пока стоп. Сейчас мы по 10-процентнике попробуем 10-процентнике поймать. Ну, посмотрим, как повезет, конечно. Конечно. Сомневаюсь. Сувенирный красный. Статрек Сайрекс. Ну, давай, еще один. Статрек Сайрекс мне не помешает. Так, это минус. Это вот тебя. Так, это тоже минус. А, нет, это плюс. Это плюс! Да, блядь! Это плюс. Так, 73. 73 рубля. Так, давай мы тебя поставим на... А, не, ну тоже тебя поставим на 16%. Ну. И это плюс, ребята. И это тоже плюс. Да. Да. Два Сайрекса, это хорошо. 1000 есть, еще плюс на балансе бабки есть. Так, а теперь что? Так, давай Симплуха. Где ты, товарищ Симпл? Вок, 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 вок. Два, Франклин, 64. Нет, не сюда, вот сюда. Бог червей за 58 отсюда, ничего себе, ты чё? Ты что, блядь, вообще что ли? Бредишь. 151 на... Маленечко сделали, да? 1423. Так, контракты. Так, у меня зашло, получается. Так, 133. Сейчас, короче, за 133 рубля я пушку продаю. За 133 рубля я продаю пушку. Так, где она? Вот, я ее продаю. Открываю. Открываю сейчас я... вот этого Аквамена. Два раза быстро. Раз. И два. И два. Стефалийская птица. Вот. Открываю. Потом я открываю вот этих вот. Сколько хватит. Раз. Два. Три. Три. И пытаемся что-нибудь сейчас апгрейдить. Такое сочное хотя бы. Пытаемся что-нибудь апгрейдить. Посмотрим, что получится. Статрек. 7%. Так, эту сразу снова на 7% запускаем. Так, теперь мы меняем на... Так, на 250 меняем. Так, ставим тебя. Так, давай. Давай, давай пустого попробуем. Так, ни один не заходит, да? Ни один. Так, теперь 82 рубля. Тут чутка не долетело. Так, ставим... Так, а что я ставил? 82 рубля. Так, давай мы тебя на 500 попробуем. 82 рубля на 500, да? Надо только выбрать что-нибудь. Так, огонь чантика. О, облом при 16%. Ну, давай, попробуем. Смотрим. Так, это мимо. Это мимо. А вот 32%. Посмотрим, как зайдет. Ну, если что, вот эти заберем. А это залетит, да? Залетит, заебись. Так, а из этого сможем мы еще один предельный космос? Преданный паладин сделать. Сможем мы еще одного преданного паладина отсюда сделать или нет? Или вот... Давай посмотрим. То есть, в принципе, бабла подняли. Похоже, сможем, да? Сможем. Сможем, ребята, сможем сделать. Сможем, заебись. 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 1915, короче, подняли. 1915 подняли. Вот. Подняли 1915. Здесь есть кейс Рик. А что с тебя падает? Ну, сочного тут из тебя вряд ли там что упадет, да? Сочного вряд ли там что из тебя упадет. Чё? Ну? Чё? Мне надо, по идее, скинов-то каких-нибудь дешевеньких бы, сука, повыбивать, повытаскивать. Но тут не получилось. Ну, что, короче, я это все заберу. Ничего я не буду дальше делать.
Или, блядь, попытаться что-нибудь сделать. Не, ничего не буду делать, короче, все, пизду. Забрал бабла, поднял на кейс батле. Уходим отсюда вас с этим дропом. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Конечно же, не забывайте, что завтра на быстром розыгрыше я разыгрываю бабки, бабки. Ой, блядь, не те. Вот, вот, вот это я разыгрываю на быстром розыгрыше. Все, всем пока и до новых встреч.